44-летний житель Одинцовского округа наказан за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. Правонарушение выявили и пресекли сотрудники полиции. В отношении гражданина составили административный протокол. Материалы уже рассмотрены в суде. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.